культурно-выставочном комплексе «Знаменская Губайлова» наступил усадебный век. Новая выставка познакомит с историческим и культурным наследием России, некогда владениями дворянских родов. Живописные полотна выполнены студентами Московской творческой мастерской «Классик». Мы много ездим по стране и по Подмосковью, в частности, и это для нас как-то стало, ну, таким, что ли, триггером, да, для того, чтобы вообще глубже все это дело изучить. И, собственно говоря, это такое некое совмещение интересов культуры и искусства собственной родины, да, и в то же время некоторый пленерный опыт, который мы получаем, потому что, ну, художник должен писать этюды, должен ездить. Среди студентов мастерской «Классик» взрослые состоявшиеся люди, которые смело решили воплотить мечту – стать художниками. В их числе и жительница Красногорска Мария Ярофалова, в повседневной жизни экономист. Именно она предложила организовать выставку здесь, в Знаменском Губайлова. Виды усадьбы кисти Марии представлены на выставке. Материал сложный, не спорю, потому что требования по качеству исполнения достаточно высокое. Нужно, чтобы усадьбы были нарисованы, написаны действительно очень качественно. Вплоть до окошечек, вплоть до балюстрат, вплоть до красивого окружения, которое существует вокруг этих домов. Поэтому было непросто и по-прежнему непросто. Результаты тонкой работы художников над окошечками, балюстрадами и колоннами архитектурных ансамблей можно увидеть до 15 марта. Но организаторы говорят, усадебный век может продлиться в Знаменском Губайлова и дольше.